Здравствуйте. Ну что, мы хотели бы вас от всей души поблагодарить за тот подвиг, который вы совершили, потому что мы все это наблюдали. Действительно, в такой обстановке весьма трудно было собраться и показать высокий результат, но мы сделали. Тем самым прославили нашу землю. Чем очень рада, да. Сразу 5 нижегородских спортсменов стали призерами Олимпийских игр в Рио. Анастасия Максимова завоевала золотую медаль художественной гимнастики. Евгения Иванова и Анна Тимофеева отличились бронзой в водном поло. Виолетта Колобова и Ольга Кочнева пополнили копилку медалей российских спортсменов фехтования. Последняя, кстати, воспитанница Дзержинского с Дюшор. 5 нижегородок стали призерами и победителями Олимпийских игр. Это говорит о том, что мы развиваем как раз те виды спорта, которые не являются коммерческими. Это художественная гимнастика, это фехтование, это водное поло, которое буквально, если говорить про водное поло, там буквально 5-6 лет назад еще и не было в Нижегородской области. Благодаря программе «Фоков» у нас появились команды. По мнению призеров Олимпиад, нижегородские «Фоки» – отличная стартовая площадка для подготовки профессиональных спортсменов. Это замечательная программа, которая вот в нашем регионе уже на протяжении многих лет работает. Сегодня вот уже в эксплуатации 33 физкультурно-оздоровительных комплекса. Очень здорово, что, конечно, такая программа поддерживается нашим губернатором, и которая, в свою очередь, сейчас мы видим, что спорт высших достижений, он никогда не будет существовать именно вот без такого массового спорта, возможности посещать спортивные занятия для всех категорий граждан. Это кузница для спортсменов, будущих, я надеюсь, олимпийских чемпионов и призеров. Мы очень рады, что наша Нижегородская область развивается именно в спортивном своем направлении, что, мне кажется, нас ждет очень хорошее будущее. Нижегородские спортсмены ежегодно показывают все более высокие результаты на международных соревнованиях. За последние 10 лет число завоеванных медалей увеличилось вдвое – с 99 в 2006 году до 182 в 2015. Любовь Рубальченко, Левтина Батурина. Объективно. ННТВ.